Наконец-то гигант отремонтирован. Время обратить его в демона. Значит так, парни, время выслушать план. Со дня на день нам придется вступить во множественные оборонительные бои по всей линии фронта. Силы Левиафана растут, и нам придется не сладко. Будем готовиться к худшему. Владыка, нам не по силам починить эти пусковые установки. У нас нету таких навыков. Оставьте его, бездари. Вскоре я сам займусь его починкой и прокачкой. А сейчас мы должны возобновить наше наступление. Глупые ватники хотели сорвать мои планы, но сами того не осознавая, усилили мою орду. Начинаем пополнение боекомплекта демоническими снарядами. Ты отлично справляешься с бесконечными волнами берсерков Левиафана. Стали уже настолько много, что будет достаточно для создания гиганта. В покое они тебя не оставят даже после моего ухода, так что защитник тебе понадобится сильный. Есть у меня одна идея, но тогда тебе придется еще маленько поработать и подержать оборону. Я это запросто. Приступай к созданию монстра. КВ-44М раздобыл для меня очень много ресурсов. И переправив всех этих берсерков, я получу то, что мне нужно. Все основные узлы моего монстра готовы. Вскоре помощь КВ-44М мне не понадобится. Приступим. Добро пожаловать в ряды армии свободной Германии. Ямамото, воин мой, нужно бежать. Мы не обязаны погибнуть за идеи Левиафана. Но мы же союзники. Как мы можем предать владыку? Но ты же видишь, что здесь все кончено. Эти земли будут захвачены советами уже очень скоро. Нужно спасать свои скуры. Товарищи, спасайтесь, кто может. Можно поднимать. Еще есть место для парочки снарядов. Профессор, наш гарнизон под огнем. Враг берет штурмом японский завод. Ну что, КВ, готов выполнять первую задачу? Так точно. Удивительно, они не своровали ни единого кирпичика с моего завода. Это нам на руку. Демонтируем с тебя адскую оболочку, и Япония откроет второй фронт.
Моя команда готова, и мы приступаем к восстановлению Ямамото. Верните в строй моего гиганта. Начинайте сбоку. Поздно запрашивать подмогу. Адские земли станут вашей могилой. База, ответьте! Нас пора вытаскивать отсюда! Рагер, ты меня слышишь? Прием! Мы разбиты! Повторяю, мы разбиты! Угораздило же нас попасть в такую западню! Моя броня неуязвима, твои шансы равны нулю. Я безоружен и обездвижен, не думал, что мой конец будет таким. Профессор МС-1, дела плохи, наша миссия в аду провалена, и парни запросили эвакуацию. Тогда займемся этим и вытащим парней из-под удара. Ух ты, еще один, становится все интересней. КВ, как ты, еще жив? Я запросил эвакуацию. Нужно еще немного продержаться. Тяжелый у тебя удар, но как тебе мой? Получи, адская гадина. Даже вы, мои гости дорогие, мы же еще не закончили. Ушли крысы. Время подсчитать потери и собрать оставшиеся силы. Дориан, а ты тут откуда? И где остальные? Длинная история, но мы вытащили профессора Т1 и пленного Ратте. Остальные пали смертью храбрых, но без Дориана мы бы и того не продержались. Нам все испоганило броня Левиафана, ни один из калибров ее не взял. Адамантий? Плохи наши дела. За последнее время от Левиафана отвернулись все союзники, но он не стал менее опасен. Миссия в адских землях была провалена, и мы потеряли многих гигантов за эти пару недель затишья. МС-1 запрашивает поддержку, завод в такой опасности, как никогда ранее. Нужно собрать бронегруппу, которая отправится со мной. Я снова в строю! Бронегруппа по приказу собрана в ее составе. Химарс старший. КВ-88 реактивный. Тиран и, наконец, Фиджерон. Тогда пора выдвигаться, нас ждет нелегкий путь. Это один из немногих монстров, который останется в гарнизоне этого завода.
И от его мощи зависит наша безопасность, так что приложите все свои знания в его улучшение. Тогда приступим. Дополнительные 40 сантиметров стальной брони и увеличение калибров основных орудий должны увеличить его мощь. Еще раз нет. Я сказал, что поеду на задание вместе с КВ. Значит, я поеду. Я не буду торчать на заводе без дела, как истукан, пока КВ будет сражаться. Но КВ сам справится, а ты тем временем обеспечишь мою безопасность. Какие же вы скучные американцы. Профессор прав, Ратте. Это задача для меня одного. Я справлюсь, а ты тем временем выпей дизеля. Снарядов нужно много. С таким количеством пусок БК надолго не хватит. Мне уже охота повоевать. Когда будет первая миссия? Враг сам придет за нами, будь то СССР или США, и мы должны быть готовы защитить себя. Захватчики, выходите на честный бой. Я знаю, что вы внутри. От меня не спрятаться. Проучи этого болвана как следует, Ямамото. Гигант? Да как они успели? Получи, захватчик! А ты смешной! Так много маленьких пусок я еще не видел! Значит, зарубимся по-настоящему. Для настоящей загубы у меня есть пусочка калибром У них что, ядерная бомба? Да это же настоящее читерство. Теперь советы непобедимы. Вражеская вылазка провалена, и самое время нанести контрудар. Помоги демоническому Дориону прорваться ко вражескому заводу. Фёдор, только посмотри на это. Нам зашли в тыл демоны. Вижу приоритетную цель. Огромная боеголовка. Вступаю в бой. Фёдор, ты как? Фёдор, вот это да! Я остался один! Один против двоих! Мои дела плохи! Ничего себе! Вот это да! Настоящий камикадзе! Как говорится, дай бабуину гранату, и он сам себя уничтожит! Теперь начнём битву без читов! Я просто так не сдамся. Получайте, гады. Ух ты, битва началась настоящим фейерверком. Ты своего большого дружка уже не такой крутой.
Это было очень просто. Допустить такой просчет в чертежах было недопустимо. Меня не испугать большим калибром, япошка. Сказать это после моего залпа. Приготовься ловить болванку. Это мощно, но я не из робкого десятка. Получи. Ну все, спокойной ноти, пора баиньки. Хаос и Тарафей пойдет на переплавку. У меня хорошая новость, я затрофеил американского монстра. И у нас теперь безграничное количество стали. Стали, говоришь? А у меня есть идея куда лучше. Нам стоит усилить армию и приготовиться к рейду на завод ССА. Он станет нашим новым гигантом. Японский КВ – это будет настоящая сила. Начинаем сбоку. И каков же твой план, Рагер? Как мы сможем выстоять против неуязвимого Левиафана? Все наши фронты трещат по швам, времени мало. Мы усилим нашего самого мощного гиганта алмазами, но для начала их нужно добыть в нужном количестве, так что поторопитесь. Мне понадобится целое полчище инженеров для ремонта и демонизации этих монстров. Время начинать возрождение Орды. И сколько же времени вам понадобится на добычу такого количества алмазов? Немало, так что тебе придется держать ухо востро и обеспечить нам полную безопасность. Эти земли на данный момент в серой зоне и не принадлежат ни одной из сторон. Так точно, можете спокойно выполнять свою задачу, вы будете в безопасности. В плечах этого монстра судьба всего мира танка, и у нас нету права на просчет в его чертежах. Потрудитесь как следует, братья, на нас вся надежда. Товарищ профессор, я понимаю, что вы заняты, но у меня очень важный доклад с зоны боевых действий. Для меня фронт важнее всего. Докладывай. Учитывая ваш просчет в чертежах, бомба взорвалась от прямого попадания, и Фёдор превратился в кучу металлолома. Это то, чего я боялся. Враг зашел ему в тыл. Нужно начинать операцию перехвата. А
Отряд после выполнения задачи в ваше распоряжение прибыл. И еще, отряд пополнен новобранцем КВ-88. Добро пожаловать, товарищи. Обстановка крайне тяжелая, и у вас уже есть задание. Вам придется оборонять завод до прихода подкрепления, и оборонять придется любой ценой. Так что пойдут лишь добровольцы. Среди нас не найдется тех, кто сдрефил. Я слышу, намечается заруба. Я пойду с вами для прикрытия. Я в тебе не сомневался, М-270. Парни, будьте начеку. Мы уже в зоне боевых действий. У нас гости, братан! Ты только посмотри, сколько их! Вижу врага! Разреши ей открыть огонь! Прихлопнем демонов! Нам придется попотеть! Это отряд закаленных бойцов! Не дури, Дориан, они слишком слабы для нас. Я пойду в лобовую атаку. Какие у вас планы на эти царь-бомбы, профессор? Я бы и рад их использовать, но, к сожалению, безопасное их применение попросту невозможно. В одном из недавних боев из-за подрыва мы потеряли лучшего из лучших. Так что эти бомбы придется утилизировать. А если я найду добровольца и внесу некие изменения в чертеж, вы позволите мне их использовать? Буду только рад. Может, я попросту стар для этого. Поспешите, инженеры, мне нужно больше рабочих, фронт задач у нас просто огромен. Нам нужно успеть собрать резервы раньше заватников, иначе мы утратим превосходство. Спасибо, что согласился стать моим добровольцем. Перед началом придется тебя отключить. Вот и финальный этап. Все оборудование готово к установке. Меня предали практически все союзники, и теперь я приложу свою руку ко всем проектам. Начнем с этого монстра. Я разработаю чертеж, а ваша задача добыть нужное количество стали. За работу, Орда! Мы уничтожим всех наших врагов и завоюем весь мир танков. Лишь бы Левиафан снова не создал какого-то бракованного гиганта, инженерный талант у него равен нулю. Начинайте демонтаж всех модулей, мы готовы приступать.
А почему он в советском окрасе? С этим камуфляжем в их землях у нас будет преимущество. Наши адские окрасы никуда не годятся, и нас видно издалека. Есть новости, товарищ профессор? КВ еще не вернулся? Никак нет. КВ не вернулся и не вернется. Мы его потеряли. Враг оказался сильнее. Тогда я отправлюсь на его спасение. Я тебе не позволю. Это верная гибель. И что же ты предлагаешь? Я хочу заминировать все дороги к заводу, но в таком случае нам не хватит взрывчатки на твой БК. Заменим твои орудия на катапульту. Каменных булыжников у нас безграничное количество. Ваша задача заминировать все дороги так, чтобы ни один враг не проскочил. Так точно, профессор. Задача будет выполнена. У меня последняя. У тебя как успехи? Я тоже пуст. Время возвращаться на завод. Чертеж проекта готов. Можешь ознакомиться. Я готов. Можем приступать. Истёк ядрецы. Здесь повсюду минные поля. Придется подождать инженеров. Время проломить врагу башню. Ну вы, пацаны, вообще, ребята. К успеху шли. Не повезло вам, не фартануло. Рассредоточьтесь, все вместе мы легкая мишень. Начнем с Рогатого. Вы слышали приказ командира? Огонь на поражение по Рогатому. Взяли тебя под прицел. Нужно скорее их обезвредить. Парни, они слишком сильны. Ваш выход. Время применить бомбы и ракеты. Вот блин, мы остались одни, что же нам делать? Отставить панику, ты слышал приказ сержанта, значит выполняй. Теперь мой черед. Ты слышал эти выстрелы? Что это было? Это пуски ракет и бомб. Вот же черт! Как же советы нас опередили по технологиям? Это неравный бой. Придется бросить все трофеи и бежать с поля битвы. В этот раз они оказались сильнее. Необходимо разыскать Сириуса. Подписчики за него волнуются. А как же гиганты покрупнее? Левиафан с каждым днем крепчает.
и нам нужно пополнять свои ряды сверхтяжами. Всему свое время, у нас есть один интересный трофей, и тебе стоит на него взглянуть. Езжай за мной. Ну, и что ты скажешь? В переплавку или можно восстановить? Это печально. Видно, что танк был хорош, но без чертежей его не восстановить. В свое время я занимался его починкой и прокачкой, так что его чертеж имеется. Меня больше волнует вопрос ресурсов. Я не уверен, что мы осилим его ремонт. Неужто нам хватило ресурсов? Это что за металл? Латунь? Золото, товарищ профессор. Это все золото, что было на складах СССР. Однажды такая вынужденная мера уже спасала Союз, так что все в твоих руках. Золото прошло двухэтапную закалку, и теперь будет держать удар лучше любой стали. Я готов увидеть результат твоих трудов. Приступайте к сборке.